Здравия желаю, уважаемые телезрители. Сегодня, значит, позвонил сын, поступили из Китая, значит, балансированные доски. Прибудут только где-то в пятницу или в субботу он завезет. И будем перепаивать. Значит, на той неделе уже будем запускать. Пока суть до дела, проводились замеры. Что выявил? Значит, мотор на 550 оказался неисправным, у него катушка. Когда стал замерять, он пожирает, значит, 10, почти 10 ампер, то есть 120 ватт пожирает при возбуждении. Когда померил мотор на 420, он берет всего 40 ватт. То есть мотор надо будет менять. Пока на 420 установку проверим. 225 и 420. То есть сегодня замерял, значит, где-то 3 с чем-то. 3 с чем-то минус там 40 ватт уходит, значит, на возбуждение. Итого где-то КПД 300 будет, если все нормально, да. Посмотрим, как себя поведет с сионистрами. Далее. Но вообще-то будем доставать, кажется, помощнее генератор все же на магнитах. Генератор на магнитах я испытывал, значит, опять. Там, значит, КПД 1,7, то есть 170%. Больше не дает. Ну и разгон ему давал, значит, уже до 25 вольт. Вот. Он выдает уже 231 ватт. Ну, не знаю, может, его и спалишь. Хотя холодный был на таком режиме. 231 ватт, а у него режим 24,5 вольта на выходе. А у него режим 12, там 13 максимум. Ну, будем пробовать. Ну, 225 ватт тоже это маловато, минус 82 ватта уходит. Вот считаем. 225. 5. Так. Ой, вернее, 230. 231, 231. Разделим на 82. И 8. Это что-то не то. Там не 82. А, 82 вход, там что-то 100. Ну, в общем, где-то он расчет 100. В общем, 1,7 там. Неправильно это подсчет. 82 вольта подаешь. 82 вольта подаешь, что сейчас скажу. 82. 230. Делим на 82. 2,8 будет. А теперь 2,8. А теперь его мощность 280 разделить на 2,8. 100. Сотка, короче. И тут 231. На 100. То есть получается 2,3. КПД того генератора магнитного. Ну там 2,3. В принципе, этот, если вычесть затраты, вот как это было на самое, на возбуждение катушки, которой здесь нет, то тоже получится 2,3-2,5. Но при токе максимальном, если на максимальном, там 3,5 получается, и вычесть затраты на это самое, на возбуждение где-то 300% максимально. Но будем в дальнейшем пробовать вот эту схему, а в дальнейшем уже, наверное, как я понял, надо рычаг подлиннее, то есть рычагом делать. Вот. Маховик у меня маховиком служит. Значит, сама этот ротор, там здоровый ротор, как ракета. В одном, в этом моторе, ротор как ракета, и плюс еще, как говорится, скиф этот, вал длинный,
я его еще удлинил где-то, ну, сантиметров сейчас, чтобы не соврать, 20 сантиметров где-то. Можно удлинить до метра, усиление будет, это вы понимаете, что рычаг дает усиление. Та, возможно, показатели увеличатся в лучшую сторону. То есть на той неделе будем, значит, показывать уже систему в замкнутом состоянии, то есть сборки с ионистрами, потому что сейчас придут эти самые, уже пришли, как я сообщил, пришли балансировочные доски, как позвонил сын. Вот. Будем припаивать, паяльник на ходу, олово мне принесли, канифоль, олово, навалом там все это добра. То есть останется припаять, значит, на каждую, там 10 штук на каждую эту доску, и плюс еще соединить последовательно проводками. То есть паяльная работа будет, наверное, ну, часа на 2-3 хватит, потому что, и может и быстрее. Ну вот такие новости по поводу генератора. Так что ждите ролик уже с испытаниями с ионистрами, на той неделе будет. На этом все.